22-го года. Клип? Фильм? Год назад. Клип? А, подожди, так это же нарезка! Это же вообще с разных фильмов, в смысле. Это, похоже, из разных фильмов, короче, нарезки. Угу. Под трек сделали. Ой, а где ты там бегала это? Кристиан Стюарт. В успехах. What? 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 А не Супермен? А кстати, там был кадр с Тора в розе. Гарри Поттер из Нарнии. Как будто... Не, песня очень старая. Ну да. Как будто очень старая. Так она старая, походу, есть. Просто клип сделали и нарезали в 22-м году. Чего еще с такими фильтрами и с этими? А, это ремикс. Просто песню слышал. А, ну, значит, знаю. Значит, замиксовали Лил Джона и Эминема, наверное. Такие боевички. Да, так не только боевички. И Марвел, и Голодные игры были. Что только не было. Вот, вон и Матрица. Наташа Романов. Кипец. Да, внезапно. А тут уже кадр был. С Ви, значит, Вендетта, да? О, паркур там был. Паркур. И что-то военное. Нарисовал все свои любимые фильмы. Чего, ранил, Вен? What? Блин, такие штуки были популярные, когда клипы, короче, на телефон мобильные кидали. Да, да, до существования Ютуба еще. Ну, когда, короче, еще кнопочные телефоны были и друг друга клипы еще кидали. И когда еще интернет плохо работал, и на дисках приносили вот такие всякие клипики, АМВшки типа. Вот тогда это была тема популярная. Тоже так нарезали, фильтры такие же использовали. А с какой-то портал в прошлое, если честно. Америка. Сын Америка. Там был Зимний солдат, вроде это называется. Да? А, Скотт Пилигрим против всех, кстати, я смотрела. What? 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 No. Не заморачивался, видишь, чтобы глазики моргали под бит. Не, конечно, конечно. Нет, старался. Во, Властелин колец, чек. Ой, это же как-то остров. Чего? Lost. Lost? Мы же не смотрели, что был Lost. Прям. Я думал, только с фильмов-то резко. А видишь, тут есть первая часть, You Don't Know. А, нет, это You Will Die, извиняюсь. Это третья прям. Ну, больше всего супергероики, конечно, я заметила.